Продлите свой абонемент на новый сезон «Фитнес». Знаю, что тебя это не обрадует, но я снова здесь работаю. Мама. Теперь этот массажер будет здесь крутиться, по линии в уши лить. Понимаешь? Один бывший боится, что другой бывший ведет его бывшую. Я директор клуба, что случилось у вас? У этого беспредела еще и директор есть. Знаешь, куда я сейчас этот гриф тебе засуну? Давай. «Фитнес». Новый сезон. С понедельника по четверг. В 9 вечера. Красиво. Так как, ну, неприлично. Прилично не смотри. На телеканале «Супер». Мам, что ты рано сегодня? Да задолбалась мама работать. То есть ты меня вчера привел? Ну, скорее принес. А пижаму я, надеюсь, сама? Начала сама, а дальше, походу, заснула. Со штанами пришлось помочь. А почему ты не ушел-то? Потому что спортсмены своих не бросают. Я сразу решил, что я тебя накачал, мне тебя и откачивать. Но до этого, слава богу, не дошло. Спасибо, ты такой заботливый. А что-нибудь еще сладенькое есть? Я думала, что спортсмен как-то более правильно питается. Обычно, да. Но у меня сегодня читмил. Чего? Читмил. Полезная штука, если раз в месяц. Термогенез ускоряет и ЖКТ от белка разгружает. Ускоряет метаболизм. Хаваешь все, что хочешь, а организму пользы. Там бургеры, пицца, все что угодно. Но я бы лучше оторвался по домашней кухне. Там картошечка с грибами. О, борщицок со сметанкой. Сразу приседать. Приседать кто будет? Я? Вот. И сразу выпрямляться. Последний раз. Извините, пожалуйста. Молодец, все, передохни. Рядом просто невозможно заниматься. Может, что, специально, типа, хвастается? Сделайте что-нибудь, пожалуйста. А в чем проблема? Проблема с той стороны. Слушайте, ну хвастаться там особо нечем. Я с ним поговорю. Да не буду я с ним говорить, как ты себе это представляешь. Мужик, ты бы спрятал свои колокольчики? Может, как-то повежливее. Извините, пожалуйста, вы бы не могли не выгуливать здесь свою птицефабрику, так? Слушай, ну ты мужчина, тебе как-то проще об этом говорить. Я все-таки девушка. Ты девушка, старший тренер, поэтому решай проблемы. Не нравятся тебе его трусы, подари ему новые. Привет. Привет, мамуль. Устала? Да, видимо, меньше, чем ты. Гуляла вчера? Слегка, в караоке попели. Ну-ну. И попели, и попили. Что за парень у тебя ночевал? Как ты узнала? Ну как? Сложила 2+2, да? Вчера ты в караоке была, сегодня стульчак в туалете поднят. Ты с Лёхой, что ли, помирилась? Нет, это с работы. Так. Мам,
Никакого так не было. Я слегка перебрала, он меня привел домой и остался, чтобы проверить, все ли в порядке. Ну, он тебе хоть нравится? Да. А ты ему? Не знаю. Нравишься, раз остался, да? Конечно, нравишься, ты же у меня красавец. Правда, не сегодня. Мам! А? И что мне делать? Ну, во-первых, не пей больше при нем, да? А во-вторых, а что он любит? Спорт любит. И поесть любит. У него как раз сейчас этот читмил. Что? Ну, это когда ты сидишь долго на диете, а потом все подряд ешь, и организм на пользу только. Вот, и читмил его. Извините, можно вас отвлечь ненадолго? Да, пожалуйста. Я Полина, старший тренер. Очень приятно, Георгий. Мы сегодня выяснили, что, оказывается, вы являетесь нашим юбилейным гостем. И поэтому хотим подарить вам фирменные шорты. Спасибо. Ой, это синтетика. Я такое не ношу. Тело должно дышать. Полин, раз уж вы подошли, посмотрите, пожалуйста, я правильное упражнение делаю. Идеально. В сторону. Раф. Раф. Продолжайте без меня. Дело есть. Нужно кое-что украсть из мужской раздевалки. Прям украсть? Прям взять чужой без спроса. Я тебя с подругой познакомлю. Блондинка, модель, без парня. Ну, не знаю. Стремно это как-то. А если попалят? Третий размер груди. И очень любит танцевать. А чего украсть? Ну что, все? Нет пока. Только не подглядывай. А теперь можно? Нет, подожди. А теперь все? А теперь можно. Борщ? Ну да, ты же домашнего хотел. Господи, какой запах. Фу, в чем так воняет? Это божественный духан моего читмила. А, еще две персоналки, и я в тебя нырну. Я нормально? Че, думаешь, поведется на борщ с пампушкой? Бум, чик, бум, чик, бум, чик, бум, чика, 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 бум, чик. Володь, тут как на работе можно было задрыхнуть, я не понимаю. Эти деньги за храп, что ли, плачу? Да я не уснул. Я просто очень сильно расслабился. Дело в том, что у меня появилась женщина. Вот новость так новость, прям новость. Да просто она постоянно нуждается в моем мужском начале. Каждую ночь я тупо не высыпаюсь. Так не ходи к ней каждую ночь. Ну, отказать женщине в сексе – это все равно, что отказать голодающему в куске хлеба. Соври ей что-нибудь. Скажи, что ты женат, и твой кусок хлеба официально принадлежит другой женщине. Перевернись, пожалуйста. Я врать не умею. Ноги узлом на затылке он умеет завязывать, а врать не умеет. Пусть кто-то из наших девчонок скажет, что она твоя жена. А ты просто стой рядом и кивай. Кивать-то умеешь? Как-то неудобно о таком просить.
на зумбу не хотите? Нет. Я в душ хочу. Это мои трусы. Я знаю. Конечно, ваши. Я просто посмотреть. Модель редкая. Я вас, кстати, еще в зале заметил. Винтажная? А то. Грейс Пэрроу Limited Edition. Лучшие 80-е. Круто. Что-нибудь еще из гардероба из моего интересует? Точно? Свободен. Короче, облом. Ну, значит, и с подругой тоже облом. Ну... Все, нет трусов, нет подруги. Да что же за день-то сегодня такой? Володь, это индийский ритуал такой, тренера за задницу трогать? Это та самая, из-за которой у меня дефицит сна. Она купила себе индивидуальное занятие, сюрприз мне сделала. Володь, жену ищи, иначе она тебе инфаркт сделает. Марин. Да? А ты можешь стать моей женой? У меня вообще-то парень есть. Привет ему. А ты можешь притвориться моей женой перед другой женщиной? Ну, можно и так. Спасибо тебе. Спасибо тебе, дорогая. Слушай, Володь, да? Ну, у меня как бы с моим парнем там не очень все серьезно. А где борщ? Подышать вышел, сказал, здесь сильно воняет. Это все ты. А что сразу я? Ах ты! Ты чё? Да мало ли кого вот запах твоего варева раздражал. Ваня, у нас плита свободна? Мультиварка свободна. А борщ можно в ней приготовить? У нас в ней нет борща. Будет. Будет, Ваня. Привет. Почтмилимся по-взрослому? Как? У тебя же еще одна персоналка. Да это Боря, он вечером. Так что я в душе, готов к приему пищи. Муа. Все, пока. Здорово. Борь, привет. Скажи, а ты можешь сейчас с Олегом потренироваться? Он просто вечером не может и тебе постеснялся звонить, но ты же гость. Пожалуйста. Я тебя за это поцелую. Ой. Прости. Олег, Боря просил, чтобы ты с ним сейчас позанимался, потому что у него вечером работа какая-то появилась. А что он сам не позвонил? Ну, он не хотел лишний раз беспокоить, ты же тренер. А борщ? Как же мой борщ? Я уже настроился. Ну, Боря очень просил. Ты не волнуйся, мой борщ верный, он дождется тебя. Ага, спасибо. Идет. Георгий, а вы мне не поможете? Я хотела пыль протереть. Поддержите меня? Да не вопрос. Спасибо. Так, вот это еще надо. Can't hold back, but my friends tell me I should. Loving you never tasted so good. You're my sugar sweet addiction. Вроде все, спасибо. Ой, спасибо большое. Хорошо, что я в фитнес устроилась работать. А то в библиотеке бы точно не поймали. У вас такие сильные руки. Ну, обращайтесь, если что. Мне там идти надо. Спасибо, до свидания. Глубокий вдох, выдох. С выдохом опускаем все свои мысли, переживания и расслабляемся. Володя, а давай закроем дверь на ключик и расслабимся как-то.
Я не поняла. Ты с этой сучкой по ночам кувыркаешься, да? Володя, ты кто? Кто? Я его жена. О, ты не говорил, что у тебя есть жена. Ты совсем обнаглел? Уже на работу своих баб приводишь. А это кто? Это... Я? Я жена его. У тебя две жены? Мы буддисты. Нам можно. Короче, еще раз к нашему мужику подойдешь, мы тебя так разукрасим, тональник никакой не поможет. Поняла? Вали отсюда. Давай, давай. Извините. Ты что здесь делаешь? Меня Володя попросил ему помочь. А меня Виталий Минеевич попросил ему помочь. Ой, спасибо вам обеим, девочки. Спасибо Виталию Минеевичу. Я не знаю, как я вас благодарить-то теперь буду. Просто притормози свою сексуальную активность в знак благодарности. Я могу коврик забрать? Забирай! Да не пялься на нее. На нас пялься. Нет. Видимо, молодоженство это не мое. Ванечка, нам с Геннадием Аполлоновичем, как обычно. А ваше, как обычно, закончилось. Просто кофе будете? А чем фонит? Королева борщ варит. Ваня, я возьму тарелку с возвратом. Королева, ты обалдела? Прошу прощения, я давал команду варить борщи. Ну, вы давали команду инициативу проявлять. Вы про Читмил слышали? Королева, не умничай. Это когда ешь все подряд, для улучшения метаболизма. Все бодибилдеры так делают. Вот я и подумала, вдруг у нас у гостей у кого-нибудь читмил, а мы им борщица свеженького. А ты бы еще котлет нажарила. Подождите, это что, свежий борщ, что ли? Да, домашний. Ну так плесните тарелочку, а то мне сейчас еще бежать 5 километров по дорожке. Че, стоим? Налей, Геннадий Павловичу, борща. О, пока аппетит нагуляем. Да, сало порежь. А. Девушка, у меня в вашем клубе трусы украли. Спортивные, я имею в виду. Давайте я старшего тренера позову. Давайте. Полина! Что? А, добрый день еще раз. Кому как. У меня в вашем клубе трусы украли. А с чего вы взяли, что их украли? Может, вы их потеряли? Совесть вы здесь все потеряли. А у меня украли трусы. Я даже знаю, кто. Позвольте. Где трусы? Какие трусы? Мои трусы, Limited Edition. Я их не брал. Он не брал ваши трусы. Так, пошли к директору. Полина. Пошли к директору, ты больше здесь не работаешь. Да поставьте мальчика, это не он. Это я взяла ваши трусы. Вы что, извращенка? Я извращенка. Вы на себя посмотрите. Приходите в зал вот в таких вот коротких трусах. У вас оттуда, простите, все вываливается. А у нас тут женщины и дети. Да. Ну, извините. Вы тоже хороши. Могли бы просто сказать. Слушайте, ну, трудно подобрать слова, знаете ли, чтобы объяснить, что вы понимаете. Хорошо, постараюсь найти трусы подлиннее. Спасибо. А я в качестве извинения тогда проведу вам индивидуальную тренировку. Хотите завтра? Хочу сегодня. Окей. Что-то еще? Трусы-то верните. Мы что, клуб в столовку переделали? Старший тренер. А в новых трендах не сечет. Стыдно. Дегустируем читмил меню. Читмилимся, так сказать, не выходя из клуба. Правильно говорю, Геннадий Павлович? Абсолютно. Между прочим, для ускорения метаболизма самое то. Девушка, можно мне добавочки? А, извините, а все? Ну, жаль. Что ж. Тогда жду. Побегу ходить. Хорошей тренировки. Виталий Минеевич, борщ в фитнес-клубе – это же какой-то бред. Консервативная мысль же, Полин. Ломай стереотипы. Вась, я не понял, они что, мой борщ хавают? Олежка, не переживай, я тебя оставила.
I was paralyzed by those pair of lies, but those pair of eyes brought me right back, back, back to you again. Поел борщичка. Да уж, Королева. Хорошо на Олега борщом плеснула, а не на кого-нибудь посерьезней. Придется повременить с новыми трендами. Я тебя жду. А я тут подумала, а буддистам три жены можно? Вот. И последний. Сама. Полина. Молодец. О, здравствуйте. Добрый день. Ну что, я обновил гардероб, как обещал. Так нормально? Вроде длинные, как вы хотели. Ну да. Как я и хотела. Спасибо, что подвез. Слушай, Ась, это... У тебя все в порядке? Ты просто всю дорогу молчала. Я просто устала, и все. Ну, я надеюсь, у тебя есть силы хотя бы для одного поцелуя. Ты мне должна? Подожди. Может, мы попробуем встречаться? Ну, как парень с девушкой. Будь мы с тобой друзья, и все. Угу. Ну, это так, чисто прояснить. Ну, чтобы иллюзии не питать. Видимо, мне тоже надо прояснить кое-что. Что без иллюзий. Да. Пока, Борь. Я тебе еще один борщ сварила. И вся кастрюля только для тебя. Борщ? Ну, проходи. Ты на этот раз, надеюсь, не разольешь? Ну, если никто подножку не поставит. Олег! А? Слушай, убери свои носки из ванны, они еще позавчера высохли. Это что, опять борщ, что ли? Ты что, их рожаешь? Не опять основа. И теперь целая кастрюля только моя, ясно? Да, Сёк? Compromising now we minds apart. All we had is on the ground. I told you many times I'm tired.